Прибыв на место, спасатели МЧС и «Кубань-Спас» помогли пожарным расчетам в тушении возгорания. Люди, находившиеся в доме, успели его покинуть, и никто не пострадал. Сотрудники МЧС еще раз проверили жилые помещения, внутри никого не оказалось. Затем спасатели разобрали кровлю здания, чтобы у пожарных была возможность залить малые очаги возгорания. Подробности и причины ЧП уточняются.